Вузы, школы, любые образовательные институции фактически декларируют, что образование возможно только здесь, чем противоречит, ну, объективной реальности. Образование становится все более и более доступно по всему миру, а практики самообразования и самонаправленного образования будут входить в нашу жизнь все более насыщенно, поэтому человек будет совершенно свободно выбирать себе образовательный маршрут, не связанный никакими институциями. Хороший прогноз для вузов – это стать перекрестком миров. То есть, когда люди будут приходить сюда со своими идеями, со своими мечтами и здесь находить других таких же, чтобы творить вместе, находить здесь тех, кто является носителями экспертизы в этой области, чтобы с ними встретиться и поговорить, находить здесь площадку для реализации своих каких-то первых проектов и первых идей, достаточно безопасную, да, и находить здесь пространство социальных связей, которые дальше будут помогать и драйвить по жизни. Если вузы пойдут по этому пути, то есть стать таким перекрестком, точкой нетворкинга, точкой вываривания, варения и синтеза картин мира, то вузы выживут как институция. Если они продолжат быть местом ограничения нашей свободы на получение знаний, то нет.